сядешь, будешь носить воду нам постоянно. За количко, штанга там. Давай, Вовчик, ты сможешь. Взятый вес остается ровно месяц до моих пауэрлифтинг соревнований. Сейчас у меня тут примерно 0.5 килограмма овсянки. И также вчера вечером я неплохо загрузился углеводами, сел где-то 0.5 килограмма Наполеона вместе с креатином. Загрузился как следует, и сейчас хочу узнать мой вес. Сейчас я вешу 70 кг, хотя за день до этого 68. Это означает, что углеводы работают, и сегодня поработаю с самой тягой, постараюсь отдаться на 100%. Хочу взять тяжелый вес на тягу спринтов, и увидимся уже в зале. Это рыбный суп, омега-3 жиры, которые невероятно полезны для фитнеса и в целом для здоровья человека. И дальше это батончик мюсли, то есть быстрые углеводы, и также одно яблоко. И следующий прием пищи уже будет более полноценный, я думаю, после него мы уже отправимся на тренировку. А пока уничтожаем это. И снова на кухне, друзья, у вас такое ощущение, что я тут провожу целый день. Но отчасти это так и есть. И это наш прием пищи перед тренировкой. Где-то 100 грамм гречки и также немного курицы. Кушаем все это и уже увидимся. Get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, 'cause I'm on it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, 'cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I сейчас на полный заряжен углеводом, вчера съел кучу славных сэндвичей. Немного перед сном и будем писать контакт. Начинаем. Давай, на лысбинку буду мотать. Все для того, чтобы ты присел. Если не присядешь, будешь носить воду нам постоянно. Тяни, тяни. Конечно. Дай кем бантик красивый. Я передумал, надвинули бы дальше. Ты что, за количко? Штанга там. Давай, давай, Вовчик, ты сможешь. Третье по тренингу будет почти все на максимум. Но я не подойду на соревнованиях, будет минимум 160.